Каждую неделю из Ленинского городского округа отправляются гуманитарные грузы в зону СВО. Это возможно благодаря общественникам, бизнесменам, депутатам и рядовым жителям муниципалитета. С начала специальной военной операции на базе территориальных отделов были организованы пункты приема гуманитарной помощи. Наши неравнодушные жители практически ежедневно приносят те товары, те, соответственно, вещи, которые на сегодняшний день нужны и на передовой, и тем мирным жителям, которые, к сожалению, страдают. Сегодня в территориальное управление пришли участницы Ленинского отделения общественной организации «Союз женщин России». Они собрали продукты и вещи для бойцов, которые проходят лечение в госпиталях. Для нас это, наоборот, радость, что есть, мы можем как-то поучаствовать, принести и помочь нашим ребятам хоть чем-то. Когда сказали, призыв прозвучал, что нужно что-то сделать, мы все откликаемся, все дружно, все приходим и все делаем. Основной упор сделан на сборе теплых вещей. Все же зима на дворе, но каждая участница положила свою посылку и какой-нибудь сюрприз. Я занята, работаю, но каждый раз я бросаю все дела. Сейчас все бросаю, вот Елена Михайловна в курсе, и сразу бегу. Я обычно сдаю деньги или шоколадки покупаю бабаевские для наших солдат. Это уже как будто от души идет. С начала СВО это уже 8-я подобная акция, которая проводится под эгидой местного отделения Союза женщин России. Возникла необходимость, прозвучал призыв, нужно что-то, мы откликаемся. Кроме коллективных акций, некоторые женщины сами по собственной инициативе тоже услышали, что кто-то едет в зону СВО, собирают вещи и отдают. Все собранные вещи, продукты и лекарства будут отправлены адресатам в ближайшие дни. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.